А пока не готовится, у нас в гостях уже по традиции семья, которая давно вне конкурса, но также любит петь, как и наши участники. Но в отличие от них, занимается этим делом профессионально. Встречайте, поздравить победителей и поддержать поющие семьи пришли муж и жена. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Ваши аплодисменты! Встречайте! Но вот случилось, чего и не ждал. Он любовь повстречал. Но так бывает из-за пустяка. Внезапно стала она далека. И он решился на этот процесс написать СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. И опять написал СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Стер СМС. Не обижайте любимых своих, таких ранимых, таких дорогих. Откройте сердце для ваших принцесс. Пусть летит СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. В этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. Ваши аплодисменты! Игорь, очень приятно вас видеть у нас на проекте «Наш выход». У нас, к сожалению, нет сегодня вообще ваших земляков Сахалина. Но у нас сегодня есть семьи, например, из Новокубанска, Москвы и города Мытищи. Вы скажите, за какой город будете болеть? Какой вам ближе? Ну, я всегда за проигравших, честно говоря. Я все время их жалею, думаю, ну, может быть, что-то вот был не их день, они не дотянули, и, может быть, их не рассмотрели. А насчет Сахалина, поверьте, там очень много талантливых ребят и много талантливых семей. Я думаю, что если этот проект будет повторяться, то наверняка здесь будут семьи Сахалина. Спасибо.
Спасибо огромное вам. Ждем вас снова на нашей программе. А нам пора начинать.